фріза, що знизу. Ще раз, оте, оте, підсвічка. І под, не пальцем большим, а подошвою. Вот это же. Как подошва. И не дело. Если перейду здесь, то вот это вот. Далее. Если сюда, то здесь. Ты идешь
Макс, иди сюда. Сюда. Ты руку сюда. Только заднюю подножку. Один нападает, другой защищает. Попробуй. Хорошо? Готовы? Значит так. Макс, ты делаешь заднюю, он защищает. Сережа, ты делаешь. Или наоборот, пусть молодые, да? Заднюю подножку делаешь. Только заднюю. Только один прием. Уну. Только заднюю подножку. Заднюю. Ты заднюю делаешь. Ты заднюю делаешь. И ты заднюю. Джон. Один защищается аккуратно, а другой делает только заднюю. Три четверти силы. Дать захват, но не дать себя бросить. Чуть-чуть придержать. Задняя, задняя, задняя. Ценник эту. Котше. Призусус. Ценник гиту. Гитуши кот. Вот так, правильно, бини серы. Так, Сережика, Сережа Попович, он садится, баскинбас, бейс, идешь сюда, он нападает. Угу. Гена, почему он стоит так низко? Должен прямо стоять. Гена, вот так вот и травмы получает. Ножки пошире, Гена. Ну и залез хорошо, ну и сделай страховку, блин. Из-за того, что вы сейчас по турнирам ездить, ты вон восстановился и только приходишь в себя. Штепко ноги поставил неправильно. Все, и теперь лечится, блин. Это все от того, что рукой захват держишь. Одну. Зачем ты его тащишь так? У нас не считается. У нас, если тебя бросили, все, он так может травмироваться. Мате, баскинбас, номер Лдоля. А, боец, баскинбас. Тут ты туда идешь, он садится. Хаджиме, пошли. Теперь ты нападаешь, только аккуратно. Максим нападает, Сережа нападает. Сережа нападает и Гена, только аккуратно. Серый, аккуратней. Это ты можешь, он, Макса, Серегу со Спиваком так, Гену. Они падать умеют, здесь аккуратно. Цени приза до умы. Мы на сус мы на цени гыта. Ай, оба бойца. Серега, так резко пойдешь, ударишь коленом в колено. Не убирай так далеко колено. Делай несколько раз, просто дерни. А ты делаешь нарезкой, ты убираешь правую ногу, а потом вжу, а он колено поставит, оба ударитесь. Нога впереди должна быть правая. Мате. Значит, сейчас так. Макс на месте, Сережа на месте, Гена на месте и Спивак Сережа на месте. Они меняются. У них до минуты они переходят. Значит так. Максом боролся? Боролся. Садишься туда. Ты переходишь туда к Сереже. Ты нападаешь. Ты переходишь к Гене.
Кто нападает? Только они, молодые нападают. Боец, переходишь сюда, Сильвию, сюда. Еще раз, пацаны, это я не говорю, чтобы вы падали. Захват дали, а потом чуть-чуть защищаетесь. Можно головой в плечо упираться, можно чуть-чуть ногу убирать, ногу ставить, на одной ноге чуть попрыгать. Хаджимен, 2 минуты. Они нападают, вы защищаетесь. Красиво, мягко, мягко. Мате, ай, боец, посмотрите внимательно, посмотрите, как выходит. Как лесник из леса вышел, футбол отыграл. Иди сюда, Юмка. Я хочу сделать задник. Вот я взял закладку, все, упираю. И вот оттуда, вот, оп, дышу, вот на пол, и задник вот забегаю. Сюда, оп, сюда, оп. И залез. То есть можно это движение, можно будет боком, а вы ходите вот так. Джуэн, на носочек. Кто нападает? Атакан. И чё, Ари, шире плеч. Чуть-чуть ему показать тоже, знаете, тех, которые давно занимаются. И не делают постоянно, а они пульт. Не ныряет, а то мафия. Баскетбас. Туда идешь. Ты отдыхаешь. Вот. Перешли. Так, сюда. Хаджим. 2 минуты. Атакан тот же самый. Дайте руку, пульс залезет. Нет. Тот, кто защищается, не нужно носиться. Движение тех, кто нападает. Баскетбол.
Аджиме, ну, кто сидел туда? Ну, ты где был? Туда гений. Гений. Хорошо, хорошо, привыкай падать хорошо, это твое здоровье. Пальцы у меня вылетают одно, но видишь, я жив и здоров, что я падаю красиво. Нужно и всю пыль под потолка собрать. Что ты, Макс, держишь односторонне? Возьми вот этой рукой, а другой, и головой плечо упри. Держи головой плечо. Матвей. Все, да? Да. Все, а теперь меняемся. Перешли. Перешли. Ты идешь, гений. Ты идешь, гений. Ты серьезный, да? Ты начинал с Максима. Ну, боец, гений, Гена, подними ручку. А, Гена Паш, куда ты, боец? Так, теперь эта четверка стоит на месте. Сережа, Максим, Сережа и Гена. А вы ходите, но вы защищаете. Делаем так. То, что они будут защищаться, они все равно будут падать, да, Серега? Значит, вам и тебе разрешаю делать заднюю подножку. И вы делаете заднюю подножку. Оба получается заднюю подножку. Вы еще можете сделать переднюю подсечку. Мы? Да. А с падением? Лучше без падения, потому что у тебя новичок. И я тебе объясняю. Смотри, с новичком упал, или ты ему что-то сделал, или он локоть выставил, ты упал на локоть ребром, и потом месяц ходишь и дышать не можешь. Лучше не падать. Джиме, оба лупты. Задняя подножка. Только задняя. Стоп, Матвей. Боец, сразу вас предупреждаю. Просто будем говорить так. С пятого класса я борюсь. И сейчас, когда вы видите, я на фигуру. И тренируюсь. И если противник взял вот такой захват, взял вот такой захват, и поставил сюда ногу, это травма. Объясняю. Он что делает? Он думает, я уберу ногу, потом быстро я уберу, и сделаю сзади. А у вас вот это, и вот вам в колено. Правда. Блин, ну нафиг я пошел с ним бороться, блин. Лучше я с Пивыком или с Поповичем отбросы 10 схваток, чем одну схватку с новичком. Блин, ну нафига я пошел. Поэтому еще раз, если вы вдруг увидели, что вот видите, рука и нога должна быть впереди. Тогда вот движение идет нормально. Но когда он так становится, он же хочет заднюю сделать. Он сразу. Джер, сразу остановите и скажите, и рука и не бейду, или нога, и на инки. Гена, он идет назад. Да, вытаскивай его. Забеги стынга, забеги дряпку. Вокруг него вытащи его, назад потащи его. Гена, ну не вперед, назад, забегай за него. Ой, призер, блин, ну Гена, химик ты мой, блин. Задняя, передняя подсечка. Вот, Геночка, вот тут мы молодцы. Сереженька, придерживайте, потому что они, если летят, ой, так не плюй. Мате, баскетбас поменяли. Ты отдыхаешь, ты идешь туда бороться, ты сюда. И еще. Вы, пацаны,